Заповедная Мордовия горит уже неделю. По состоянию на утро 10 августа площадь выгоревшей территории превысила 4500 гектаров. Борьба с огнем ведется круглосуточно. На помощь в тушении пожара 9 августа прибыла группа так называемого лесного спецназа из республики Марий-Эл в составе 16 человек. Выезд на очередной пожар. Выезжаем в республику Мордовия тушить пожар на территории государственного заповедника. Наши пожарные пожарные являются хорошими специалистами в области тушения лесных пожаров, так же, как и лесных, так же и рельефных. Прибывшая в Мордовию группа парашютистов-десантников – сотрудники авиалесоохраны. Именно эти ребята уже второй месяц работают на ликвидации пожара в Якутии. Там с 23 июня действует режим ЧС. С помощью встречного контролируемого отжига парашютисты-десантники не позволяют огню охватывать все большие территории. Тактика работы в Мордовии будет выбрана с учетом местной специфики. Отмечу, что на территории Темниковского района Мордовии и ЗАТО Саров также введен режим чрезвычайной ситуации. А 9 числа задымление добралось и до Тенегушевского района. Анастасия Цлигина, Народные новости.